Так, вот делаем. Когда она еще нет, делаем вот так вот. Потом вот так вот. И вот здесь. И вот здесь. Теперь можно раскатывать. Так вот. С этой. Теперь переворачиваем. И вот так. И вот. Все, бери следующий, молодец. У нас получилось. Вот такой кругленький, да, у нас получился? Да. Теперь берем картошечку. Вот немножечко. Так вот пальчиком сложиваем. Катать не надо. Залепляем. Так, так вот. Если у вас не в муки руки, то тесто не будет прилепляться. И вот так вот. Все, получился у нас. И вот так вот мы будем делать квадратик. Тетя Настя. Молодец. Опять картошечку. Вот немножко. Вот так вот. Аккуратно, чтобы было все красиво. Так, немножко муки. Вот. Все сделаем. Вот он. Покажу пельмешек маме. Вот он, так вот. Это вареник. Вот такой вареник красивенький, да, мама? И да, Данилки. Я его сделал маленьким, а вот это до тети Насти и до Данилки. А папе? А папе вот такое, что он больше любит. И ложим вот сюда. Дальше берем вот так вот, вытираем. И здесь так вот. Так вот рукой. Садись на стульчик. И потом катаем, катаем, катаем. Катаем, катаем, прялочку, катаем, катаем, так вот, катаем, 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 и опять обмакиваем, и вот так вот.